Здравствуйте. Я врач-фитотерапевт Борис Качко. И сегодня вы узнаете, как предупредить осеннюю депрессию. Эта тема касается практически всех. Депрессия так или иначе может хоть на короткое время посетить каждого. Особенно ведущих эмоционально активный образ жизни, на фоне отсутствия понятия о правильном питании, необходимости полноценного отдыха, небольших физических нагрузок. Что такое депрессия? Это реакция вашего мозга на качество и количество крови, которое он получил. Вернее, регулярно получает. Если крови к мозгу поступает недостаточно или в крови мало питательных веществ, ваш мозг будет тормозить. Он просто не имеет права активно работать. Он будет снижать свою активность на уровень метаболического обеспечения. Как подмажешь, так и поедешь, гласит народная мудрость. Если на предприятии объявят двукратное снижение зарплаты, у многих начнется депрессия. Поэтому, чтобы предупредить прямое попадание в это не очень приятное состояние, нужно выполнить несколько несложных действий. Философское отношение к событиям в окружающей среде позволит вашему мозгу оставаться на относительно небольшом уровне активности и зря не расходовать имеющиеся резервы. Только несведущий сердится, мудрый понимает, гласит индийская мудрость. Стрессовые ситуации нужно решать, а не запивать алкоголем, либо заедать сладостями. Запивают стресс чаще мужчины. И при затянувшемся стрессе часто попадают в алкоголизм, а заедают обычно женщины. И попадают как минимум в ожирение, как максимум в сопутствующую ожирению диабет, подагру, веетосую стадистонию, обменно-дистрофические заболевания суставов. Лучший вариант заедать стресс – заедать его правильно. В рационе больше использовать сезонных овощей, фруктов, ягод, зелени, на гарнир к рыбе либо белому мясу. Пища обязательно должна быть вкусной, ароматной, вызывать желание ее съесть. В таком случае она полноценно и переварится. А если приемов пищи будет не 1-2, а как минимум 4-5, даже на относительно ограниченном рационе ваш мозг будет работать лучше. Правильная физическая активность – это активность на протяжении дня, гимнастика, ходьба, перемежающаяся при усталости с кратковременным отдыхом. Обязательное условие – во время физических нагрузок не должно быть активного потоотделения и одышки. В таком случае улучшение кровообращения в целом и в сосудах мозга в частности даст вашему мозгу больше кислорода и питательных веществ. Если же нагрузка будет достаточно интенсивной, работающая мышца становится активным конкурентом вашего мозга за питательные вещества. В таком случае депрессия может сопровождаться еще и снижением иммунитета. Ведь только в клетках иммунной системы и мышцах ваш организм может накапливать запасной белок. Достаточное количество воды в рационе поможет контролировать вязкость крови на более низком уровне, обеспечивая более активную доставку мозгу питательных веществ и кислорода. Индикатор – количество мочи за сутки должно быть около литра, без применения мочегонных, разумеется. А известные 1,5-2 литра в сутки воды помогают лишь единицам. Теперь вы знаете больше, как не попасть в осеннюю депрессию и какое имеет значение для вашего здоровья банальный режим частого дробного питания. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения.